Напротив автовокзала открыли незаконный мини-автовокзал, мини-веник. Добавили автомашины, которые возят людей в сторону в Такмак. Их где-то около 100 машин. Прямо на остановке ставят машину, грузят людей. Также выгружают людей тут же, где на кольце, где аварийная ситуация. Постоянно затор создают. Ну, в общем, неудобство создает. И также они нигде никому не подчиняются. У них никаких разрешительных документов нет. Так как ни патентов, ничего нет. Вот они, пожалуйста, вот напротив нас, прямо на остановке, где они стоят. Они круглые сутки, да, там работают, получается? Они с утра, с 7 утра до 12 ночи. Вот представьте, вот, у нас три фирмы работают в Такмак. Это у них, если по 20 машин, ну, по 15, если видите, даже это 45 машин, да, у них около 100, по 2, по 3 рейса делают. Большую часть получается, да? Больше 50% получается их круглые ходят туда. Как вы думаете, они у них дешевле вообще? То, что они ничего не платят, плата за проезд дешевле? Да, вот именно в этом. Вот они возят также по 60 сомов, так же, как наши микроавтобусы возят по такой же цене. У них, то есть, по антимонопольной есть приказ специальный, 60 сомов билет стоит, так надо. Они также возят по 60, по 70. По субботу-воскресеньям до 100 у них доход. Любое время они поднимают. Когда народ наплыв хороший, они поднимают до 100. Когда народ нет, так же будет, как они по 60. Девушка, можно у вас спросить, вот почему вы предпочитаете услуги вот здесь взять, а не на автовокзале? Цена одна и та же. Цена одна и та же, да? Да. Извините, это вы их водите? Да. Вы знаете, что здесь нелегально, да? Вот рейд проводится. Как нелегально? Ну, то есть официально вот на вокзале все, они платят налоги, а вот здесь считается нелегально. А мы что платим? Ну вот рейд сегодня такой. Ну, вы платите все? Все налоги, да? Да. В чем проблема? Вот это зачем фотографировать? А? Показывайте. Вот. Патент покажи. У вас есть патент? Покажите, пожалуйста. Есть разрешение, чтобы смотреть, кто у вас? В форме там, где налог? Не, у вас есть патент? Не, есть у меня. Вы можете показать? Могу. Ну покажите, пожалуйста. Официально, неофициально. Сейчас мне директор автовокзала сказал, что у вас нет... Что неофициально? Да. Что мы нелегально? Да. Вот вам патент, вон паспорт. Токмако? Тёны сторону. То все есть, да, вчера у вас разрешение? Вот квитанции. Угу, спасибо. Ага. Вы водители? Хотелось бы спросить. Вот я сейчас общался с директором автовокзала. Он сказал, что вы отбираете больше половины прибыли у автовокзала. Что вы на это можете сказать? Кто отбирает? Мы отбираем. Да, он сказал, что вот здесь вот частники, которые работают. А то, что проходящие отбирают, ничего, да. А то, что мы работаем, налог платим нормально. Ну вот его слова, что вы отбираете больше половины прибыли. Он говорит, что там три фирмы работают, автоперевозки, которые не добирают клиентов из-за вас, стоящих вот на этом месте. Вот сейчас он давал интервью. Что вы на это можете сказать? Мы не даем им грузиться, говорите? Да, отбирайте больше клиентов, отбирайте пассажиров. Люди не идут туда, люди садятся здесь. Сейчас конкуренция, кто куда хочет туда садиться, едет. Правильно? Но он говорит, вы здесь работаете незаконно. Почему незаконно? У нас все законно, у нас документация, все есть. Он говорит, что запрещено принимать пассажиров на общественной стоянке. А вот наша стоянка, пожалуйста, мы можем здесь грузиться. Ну вот он говорит, вы именно вот здесь вот стоите, вот вдоль этой улицы. У нас вот здесь отстойник есть. Вот мы в этот отстойник платим налог, как положено. У нас есть патент. Мы также работаем так же, как и они. У них фирма, например, да, там у них бусы стоят. Пассажир сам знает куда. Идти или туда, либо сюда. Мы также предоставляем и это самое. А разве со стороны есть у вас? Точно такая, 60 сом. А почему у вас нет фишки? Вот говорят, что нарушение правил, потому что у вас нет фишки такси.
Ну, может, такси по области работают? У нас же как? Мы заказали фишку, нам город? Сейчас готовят фишку, сейчас приготовят, и мы будем. Мы заказали фишку. Просто они не хотят, нам не дают работать. Вы работаете, работаете. Она вот что здесь работает? Работает? Зачем приходит? Вам говорили, вот и мы, там говорили. Мы, Кармаки, мы сколько спорили? Сколько, да, мы их вытесним. Законно иштегли, да? Сирым не кылдың аз. Наоборот, вы делаете. Мы заехали, да, в автовазал, вы не даете работать. Нет, без кирдык, без айтпы место, автоначальник автовазала, верди орды. Верди бюстера, бюстерден на нюктёй что-то. Бюстерден, бюстерден орды верди, наоборот. Именно бюстерден на нюктёй что-то. Вы как делаете? Вы назло делаете. Назло делаете. Вы тоже назло делали. Мы не назло делали. Вы тогда, когда-то, да, назло делали. Автобустар, наверное, вытворили все. Тут бесполезно спорить, бесполезно. Здесь ситуация разрешима только в том случае, если мы оба придем к компромиссу, что они поднимут на 10 сом. На 10 сом пускай поднимают. Вот вы подняли, если мы подняли, вы не поднимаете. Поднимали. Там, возле вас стали, да? Возле вас же стали, вот, да? Мы пошли. Начали вот грузиться. Один день было. Тебе ничего позже, брат. Бар, эй, бар, бишкегер утром. Если не, я уже купчик-то. Она же здесь место же не предназначена, что достать. Место есть. Фишку надо повесить. Не за то, что фирма. Никого Леша, в очереди тебе не лепта. Сіздерге тергеріздер білен? Қайры соғылар.